видеообзор на iPhone 12 Pro Max. Внешне имеются царапины. Так, сейчас. Ну, так-то лучше. Царапины есть как глубокие, так и мелкие по экрану. Ну, когда включаешь экран, видно только одну большую вот эту. Глубокую. Подключен к зарядному устройству, включен Wi-Fi, также подсоединена симка. Подсоединили его к компьютеру, к Tritools, к программе, чтобы проверить, что у него. Реально у него батарея 86%, но могут разниться там от 3 до 5 с телефоном. Время циклов зарядки у него 1001. Ничего не менялось. Состояние внутреннее 98%. Никаких ошибок. Идет на 128 гигабайт. По корпусу все нормально. Ни клоцк, ничего. По крышке также. Царапин вроде не наблюдается. Поменяем руку. Камера. Камера рабочая. Трутон. Звук. Здесь 90% КБ, у нас было там, что 86. Face ID. Face ID рабочий. Защита украденного устройства выключена. Телефон полностью сброшен к заводским настройкам, нету iCloud. Также подключен к Wi-Fi. Звук. Звук хороший, стандартный. Проверка разговорного динамика. А, также сейчас проверим кнопочки. И бесшумный режим, беззвучный. Проверяем датчик приближения. Датчик приближения рабочий. Слегка тиховат разговорный динамик, но чуть-чуть. Сейчас еще раз перепроверим. Ну да, тиховат динамик. Основной динамик полностью функциональный. Разговорный чуть-чуть тиховатый. Никаких возможно он слегка забился, секундочку, сейчас пробуем. Ну, а сейчас нормально. Слегка нужно будет почистить динамичек. Идет без комплекта с немножко царапанным дисплеем.